Salam, Real İnterviyo efirdədir. Bir neçə gün öncə Fransa diplomatiyasının Azərbaycan diplomatiyası qarşısında uğursuzluğunun şahidi olduq. Söhbət Fransanın Ermənistanın maraqlarını nəzərə alan qətnamə layihəsini BMT Təhlükəsizlik Şurasından geri çəkməsi oldu. Və söhbət əlbəttə ki, Fransanın yenə də heç bir mahiyyətə, heç bir əsasa söykənməyən güya narahatlıqlarından gedirdi. Və Laçından keçən, Laçından gələn və Xankəndiyə doğru gedən yolda baş verənlər, Azərbaycan ekoloqlarının həmin yolda Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonundakı yataqlarından qanunsuz istifadəyə görə etiraz etmələri şübhəsiz ki, yenə də Fransanı və əlbəttə ki, Ermənistanın maraqlarını nəzərə almaqla çox böyük təşvişə saldı. Elə bu məsələlərdən danışacaq. Diplomatiya, Laçın Xankəndi yolu nələr baş verir? Və bizim həm söhbətimiz, daha doğrusu müzakirəmizin əsas iştirakçısı, tanınmış politoloq, siyasi şərhçi Anastasiya Lavrinda. Anastasiya, привет, приветствую еще раз. Здравствуйте. Здравствуй. Анастасия, в первую очередь, давай будем говорить о процессах, которые сейчас происходят. Почему Франция готовит резолюцию, конечно же, в соответствии с интересам Армении? Но через несколько времени, да, время, как бы оно ликвидирует, то есть приостановило процесс ООН в Совбезе. В чем была причина? Естественно, это как бы является достижением дипломатии Азербайджана. Но с другой стороны, есть же какие-то, не знаю, причины, которые Макрон должен был это делать. Да, разумеется, если мы проанализируем ситуацию за последние два года, уже даже больше с окончания 44-дневной Отечественной войны, мы видим, что и Сенат Франции, и руководство Франции во многом старается помешать становлению долгожданного мира в регионе Южного Кавказа. Uh-huh. И вот эти идеи с представлением, подготовкой резолюции, это ведь не делается за один день, за неделю, это длительный процесс. И это все сопровождается различными заявлениями деструктивного характера, которые мы наблюдали за последние несколько месяцев, сделанные в Сенате Франции, да и самим президентом Эммануэлем Макроном. Сейчас, видимо, когда Франция готовила этот документ, она была уверена в том, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций практически площадка, которая сейчас находится в руках у Парижа, Франция — это бессменный и член Совета Безопасности. Член Совета Безопасности. Это и страна, которая сейчас практически председательствует. И, соответственно, она, возможно, ожидала, во-первых, что она заручится какой-то поддержкой, как минимум западных стран, которые ее могут поддержать. Но мы сами знаем, что даже Великобритания не поддержала Францию в этом процессе. Это во-первых. Ну и во-вторых, тем самым Франция, возможно, даже не надеясь на громкую победу, тем самым хотела показать Армении: видите, мы за вас горой, как и обещали. Ведь мы должны вспомнить, около двух месяцев назад, 2-3 месяца назад, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью сказал, да, о чем, что мы будем защищать Армению. После этого прозвучали заявления «две страны, две сестры». Ну и, разумеется, сейчас тем самым Эммануэль Макрон хотел показать, видите, даже на такой большой площадке, как Совет Безопасности ООН, мы будем отстаивать интересы Армении. Но увидев, что никакой глобальной поддержки нет, более того, что тем самым Франция выказывает себя как страну, которая практически старается поддерживать незаконные действия преступного режима руководства Армении, тем самым Франция, возможно, не прямым текстом, а порой даже прямым текстом поддерживает идею сепаратизма. Более того, тем самым она идет вразрез с тем самым четырем резолюциям Совета Безопасности ООН от 1993 года, которые поддержали территориальную целостность Азербайджанской Республики и потребовали вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских земель. Ведь Франция, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, также ставила свою подпись в 1993 году. И что выходит сейчас? Франция, то есть нынешнее руководство, идет против тем самых резолюций. Франция выступает против территориальной целостности Азербайджана и позорит себя на международной арене. Тем самым последние события, которые мы наблюдали практически в преддверии Нового года, показали, что руководство этой страны
не достигла желаемых целей. Да, и это, дипломатия Азербайджана победила. Да, и эта резолюция, кстати, она принадлежит никому другому, а Макрону и его правительству. Так как мы понимаем, что Франция тоже демократическая страна, там разные партии в парламенте, но несмотря на это, само правительство под руководством Макрона подготовило этот документ, и представил он. И вы сказали по поводу Великобритании, еще там были другие страны, которые то не голосовали. Да, я просто отметила Великобританию как одна из как лидирующих стран западного, да, мира, с которой считаются, которые довольно часто выказывают свою позицию по ряду международных и глобальных процессов. Западная страна, но даже Великобритания не поддержала. Мы неоднократно читаем, кстати, во многих СМИ, даже в социальных сетях, что типа Франция, хотя мы так и понимаем по, значит, этим действиям, что типа Франция хочет менять, заменить российских миротворцев в Южном Кавказе. То есть я как-то не уверен в это, потому что это просто какие-то мысли. Даже мне кажется, что Макрон только играет с публикой. Макрон только играет с публикой, потому что там очень много армянских жителей, лобби очень сильно. Но с другой стороны, вообще это реально, что Макрон, французские миротворцы, заменит российских миротворцев в этом регионе, значит, как бы французские миротворцы станут вместо российских миротворцев в Южном Кавказе. Карабах – это всемирно, международно признанная территория Азербайджанской республики. Но речь идет о миротворцев. Какие миротворцы, на какой срок будут определены на этой территории, будет решать только руководство страны. Соответственно, сейчас решением от заявления, принятого в ноябре 2020 года, под которым поставили подписи премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также президент Российской Федерации Владимир Путин, в регион были введены российские миротворцы сроком на 5 лет. Да. Будет ли их мандат продлен, останутся они или уйдут, это также будет решаться совместно, но здесь решающий голос будет опять-таки Азербайджанской республики, потому что Карабах – территория Азербайджана. Если Франция думает о том, что она сможет вести миротворцев, или, как они говорят, создать гуманитарную миссию в Карабахе, да, точно так говорят иногда, то как раз-таки, возвращаясь опять-таки к тому документу, который недавно рассматривался в Совбезе ООН, стоит отметить, что другие страны убрали оттуда термин «Нагорный Карабах» и добавили слова «территориальная целостность Азербайджанской республики». То есть страны, тем более страны Европы, большинство стран Организации Объединенных Наций, но я уже и не говорю про исламский мир и про тюркский мир, страны которых поддерживает территориальную целостность Азербайджанской республики. Соответственно, говорить о том, что здесь будут размещены какие-то миротворцы вразрез с интересом Азербайджана, на мой взгляд, нелогично, потому что это приведет только к новым столкновениям. Возможно, какой и план... И другой регион для Франции вообще-то, это другая, разная, как бы сказать... Совершенно верно, но ведь Франция очень хочет здесь закрепиться. Статус сопредседателя Минской группы ОБСЕ не дал ей абсолютно никаких серьезных... Точнее, площадки были даны. Были даны площадки для переговоров, была дана возможность урегулировать конфликт на протяжении почти 3 десятилетия, но Франция упустила этот шанс. И уже по завершению конфликта, когда Париж решил выступить, да, посредником, возможно, в едином лице, без уже России, Соединенных Штатов Америки, это не делается таким образом. Не делается. Если они хотят или хотели выступать посредниками, они должны были вести сбалансированную политику. А это была частичная... Сначала, а потом и полностью проармянская позиция. Когда уже стали говорить, что они полностью поддерживают интересы Армении, они стали говорить в защиту христианского населения Армении, тут тем самым переводя в прошлом конфликт, а на данный момент уже и переговоры, как противостояние между христианами и мусульманами. Вот эта позиция Франции, французского правительства, позиционировать и до этого, до войны конфликт как межрелигиозный, это во многом ухудшало ситуацию. Ухудшало, но мы знаем, да, отношение Франции к мусульманам. Сами мусульмане, которые проживают на территории Франции, во многом говорили о дискриминации, которой они подвергаются. Сейчас она продолжается, кстати. Совершенно каким-то верно. Каким-то образом продолжается, потому что мы не видим. Наверное, они это как бы закрывают. Нет, мы это видим частично, допустим, кампания предвыборная, да, перед президентскими выборами, которые мы наблюдали. Ведь очень многие кандидаты в президенты решили как раз-таки разыграть религиозную карту. Они решили тем самым, если помните, мадам Пекрес решила посетить Карабах незаконно, проехав по как раз-таки Палачинской дороге, да, из Армении, тем самым нарушив уже многие международные законы тем самым. Так вот, подобным поведением многие кандидаты в президенты решили разыграть тоже религиозную карту, позиционировав, что мы должны защитить христианский мир.
Но хотя бы раз за период 44-дневной войны или после в Сенате Франции обсуждался обстрел мирных городов Азербайджана, которые порой находились далеко за линией, где проходили боевые действия. Например, город Гянджа. Конечно. Когда-то говорилось там о разрушении мечетей, даже христианского наследия, церковь, которая находится в Худжаве. Только молчать, одно молчание. Абсолютно. А преступлениях руководства Армении и нынешнего, и предыдущего почему-то в Сенате Франции никогда не говорят. Но они постоянно пытаются вывести вот эту религиозную тему, что мы должны защитить Армению от мусульман. Я думаю, здесь также просматривается и особое отношение Франции к Турции, ведь Франция боится, говоря как раз-таки о Южном Кавказе, боится укрепления влияния роли Турции. Тем самым она пытается найти для себя самого слабого участника всех процессов. Самую слабую страну в регионе Южного Кавказа – это Армения. Для Франции, я говорила с некоторыми экспертами, в том числе и это просто буферная зона. Это буферная зона, это в том числе просто страна, которую можно использовать для своих целей, чтобы закрепиться в регионе Южного Кавказа. Почему сейчас уже говорится о том, что в регион, а точнее в Армению на границе с Азербайджаном может быть там размещена долгосрочная миссия Европейского Союза? Ведь как раз-таки в Праге, где присутствовал Эммануэль Макрон, было обговорено, что краткосрочная миссия Европейского Союза пробудет в регионе сроком на 2 месяца, да, до 19 декабря. До 19. А сейчас они хотят долгосрочную миссию. Я думаю, что здесь даже не Брюссель во многом приводит этот довод, а Франция. Тем самым увеличить количество присутствующих представителей Европейского Союза в рамках этой миссии на территории Армении, а где гарантия, что большинство из этих присутствующих не будут из Франции? Вот я хочу, ты хорошо напомнила о том, о встрече в Праге. Ведь после Праги Макрон же вступал по поводу каких-то дел, и высказывания у него были, типа Нагорного... Через неделю. Неделю после этой встречи. После этого я хочу еще напомнить, что президент Азербайджана в начале ноября, когда здесь проводился очередная конференция мозговых центров со всего мира, президент Ильхам Алиев высказал и говорил, что если Франция хочет участвовать в трехстороннем встрече, то значит это не получится, то есть мы отказываемся. То есть Макрон фактически нарушил формат Евросоюза. И как они теперь могут вернуть или пригласить сюда миссию Евросоюза, сначала до 19 декабря, а сейчас они идут слухи, то есть они говорят о долгосрочной миссии. Последняя встреча, которая была намечена на 7 декабря, была отменена от того, что главным условием Армении было участие президента Франции Эммануэля Макрона, да, что абсолютно неприемлемо для Азербайджана. И я считаю, что здесь должна последовать реакция Брюсселя, потому что Брюссель выступил площадкой. Там состоялось 3 встречи в прошлом году, и был достигнут кое-какой прогресс. Стороны уже договорились о развитии процесса делимитации и демаркации границ, а также в каждом заявлении Шарля Мишеля, которое было после трехсторонних встреч, говорилось о важности развития транспортно-логистических коммуникаций в регионе, что подразумевает открытие Зангезурского коридора. То есть определенный процесс в брюссельском формате был достигнут. И сейчас деструктивными действиями как Армении, так и Франции практически этот процесс замораживается. То есть здесь должна быть реакция Брюсселя, если они хотят, чтобы этот процесс был продолжен. Ну, естественно, брюссельский формат есть, оно существует. Просто все зависит от того, что Армения должна отказаться от Франции, так как последние события... Я думаю, что последние события... Если они хотят взаимодействовать на двусторонней основе, пожалуйста, мы не мешаем этому. Не надо впутывать Францию в процесс переговоров между Арменией и Азербайджаном. А на двусторонней, пожалуйста, они могут делать, конечно, что хотят. И во-вторых, после этих высказываний, после этих событий, после этих процессов в ООН, я думаю, что Армения уже должна отказаться от Франции, потому что Франция не может на международном уровне стоять за Арменией. Так как это здесь еще есть предательство со стороны Армении к России, естественно, потому что они были партнерами, стратегическими партнерами. И с другой стороны, очень важный момент. Вот они хотели внедриться, то есть дорогу, которая ведет от Лачина до Ханкенди. Мы знаем, что там происходит. Это протест против незаконных эксплуатации азербайджанских ресурсов, находящихся в Карабахском экономическом районе. Но что на самом деле происходит? То есть в этом раунде они проиграли, Армения и Франция. Что теперь ожидается? Вот как политолог, как ты можешь оценивать ситуацию в этом, как раз таки мы видим кадры?
Я не знаю, знакомился ли ты с новостями, которые сегодня с утра публикуются в разных телеграм-каналах. Это то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян практически обвинил Россию, Москву в бездействии российских миротворцев. То есть с Францией не получилось, возвращаемся обратно. Вот это многовекторная дипломатия, которая негативно, наоборот, сказывается. В вопросе с Азербайджаном многовекторная дипломатия, она идет на пользу. В вопросе с Арменией это называется метание между двумя стульями, а порой тремя, где появляются Соединенные Штаты Америки, где выгодно, туда и идем, а в результате не получаем ничего, в результате саму Армению используют все сверхдержавы, да и другие страны, кому не лень. А кого еще использовать для тем, кто хочет заручиться каким-то влиянием на Южном Кавказе? Только Армению, самую слабую, самого некомпетентного в переговорном плане. Нету своей позиции. Соответственно, то есть мы видим, что Армения готова сотрудничать с любым, кто готов выступить против Азербайджана, но в результате, опять-таки, страны понимают в том, что сотрудничество с Азербайджаном, с надежным партнером, принесет больше пользы, чем с такой страной, как с Арменией. И даже в результате того, что мы наблюдаем на Лачинской дороге уже более 20 дней, и с самого начала этого периода очень много и международной прессы, да и местные СМИ очень хорошо освещают требования экоактивистов, которые нацелены на то, чтобы, во-первых, был разрешен доступ экологов к месторождениям в Карабахском регионе Азербайджана, которые незаконно эксплуатируются. И как раз-таки, продолжая тему Франции, буквально на несколько секунд отойду от темы, в недавнем разговоре с французским экспертом он отметил, что один этнический армянин, который сейчас уже долгий период времени проживает во Франции, да, а возглавляют компанию, которая также незаконно участвует в эксплуатации азербайджанских месторождений в Карабахском регионе Азербайджана. То есть мы видим, что этнические армяне, которые далеко живут за пределами региона, которые наслаждаются прекрасной жизнью в Париже, в Москве, либо где-то еще, они продолжают использовать этнических армян, которые проживают в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы в своих собственных целях. То же самое делает и Варданян, который как раз-таки по той же самой, вероятно, Лачинской дороге незаконно проник в Карабах. Сейчас оттуда он порой делает какие-то заявления, но все это нацелено на то, что каждый из этих политиков преследует свои собственные цели, не заботясь о будущем этнических армян. И когда сегодня в Армении представители политического истаблишмента стараются говорить о том, что здесь, на Лачинской дороге, происходит блокирование, что гуманитарная катастрофа назревает. Никакая катастрофа, всех пропускает, честно говоря, и противовес этому, да. В СМИ открыто публикуется информация о том, что все гуманитарные грузы могут спокойно продвигаться по этой дороге. Российские миротворцы могут спокойно продвигаться по этой дороге. И в течение нескольких таких караванных мы, то есть, наблюдали. Совершенно верно. Машины скорой помощи. Никаких преград нету. Так возникает вопрос, что же не нравится армянам, а точнее тем, кто делает громкие заявления и пытается привлечь внимание мировой общественности. Кстати, хороший вопрос, кстати, задала, да. Хороший вопрос, но тут мы уже приходим к другим требованиям. Также участвующих в этой мирной акции прекратить использование Лачинской дороги для переброса военной техники и мин в Карабахский регион Азербайджана, да, что является одной из главных проблем, почему мир в этом регионе на протяжении уже 2 лет больше по окончанию 44-дневной Отечественной войны никак не может быть установлен. Сколько новых мин было установлено в регионе? Откуда они там появляются, если не по Лачинской дороге из Армении? И, кстати, дата производства 2021 и 2022 год, да. То есть это новые. После войны. Каким образом это возможно? И по тому же трехстороннему заявлению, на которое очень часто ссылаются в Армении, там не было указано, что Лачинская дорога может быть использована в незаконных целях. В том же заявлении было также про запуск Зангезурского коридора и про вывод всех незаконных вооруженных формирований Армении из Карабахского региона Азербайджана. Было это выполнено? Нет. Почему мы должны терпеть? Вы можете вообще представить такую ситуацию, что в какой-то стране в мире где-то представители незаконного режима решили заблокировать доступ экологам или представителям общественности на законные свои законные земли? Это нереально, просто это невозможно. Нонсенс.
И те страны, которые сейчас выступают против, также должны сослаться на многие резолюции Организации Объединенных Наций, которые требуют защиты окружающей среды и экологии. Те, кто выступает сейчас против проезда наших экологов в этот регион, они практически нарушают те самые резолюции и документы. Анастасия, естественно, тема обширная, но все в рамках как бы эфирного времени нашей передачи. Конечно. Спасибо за анализ, за дискуссию. Спасибо. И я думаю, что мы будем продолжить развитие действия события той дороги, которая переходит с Лачина до Ханкенди, а также будущие намерения, поступки значит, Франции и Армении. Есть много еще о чем поговорить. Продолжим дискуссию в следующий раз. Я благодарен. Спасибо. Yedidek ki Fransa'nın BMT Təhlükəsizlik Şurasına irəli sürdüyü Ermənistanın maraqlarını müdafiə etdiyi qətnaməsini geri çəkməsi diplomatik biabırçılıq idi. Və belə hallar bir daha qeyd edirik ki, dünya diplomatiyasında ümumiyyətlə rast gəlinmir. Çox nadir hallarda baş verir. Digər tərəfdən Laçından gəlib Xankəndiyə gedən yolun üzərində Azərbaycan ekologlarının, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələrinin davam edən etiraz aksiyasının bəzi məqamlarına da məhz bu müzakirədə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Studiyamızın qonağı isə tanınmış politoloq, siyasi şərhçi Anastasiya Lavrina idi. Salamat qalın.